Ну, еще один мой любимый образ, так как я, видите, какого роста, я стараюсь одеваться в один цвет. Вот такой у меня трикотажный топик или кофточка. И мой любимый фасон, слегка расклешенные к низу брючки, которые можно надевать на любую обувь. И вот это мое пальто. Пожалуйста, вот вам пальто. С этими брючками еще у меня кофточки есть длинным, вот с таким вот рукавом, здесь их видно. И посмотрите тоже, как это хорошо, как это создает вытянутый прямоугольник. Вот такое пальто, вытянутый прямоугольник, и вы кажетесь выше немножечко ростом. То есть, пожалуйста, можно завернуться, можно застегнуться. Я люблю, мне позволяет шея, воротничок немножечко приподнять вот сюда. Так. Да, сейчас, Танечка, 2 секунды, подожди. Уже пришли у меня девочки заниматься, но я все равно вам немножечко покажу. Мы буквально несколько секунд потратим на это. Вот посмотрите, какой получается внешний вид. Когда вы брючки носите, одеваете брючки и делаете вот с таким вот пальто. Я тоже думаю, что это то, о чем мы сегодня говорили на эфире. Я думаю, что это все созвучно каждой из нас. Это нас не будет никогда портить. И любую нашу фигурку, такой подход к моде, к одежде, к себе, он всегда принесет свои плоды, доставит радость. Доставит радость вам, доставит радость окружающим от того, что вы будете окружающих радовать вот таким вот приятным, правильным, грамотным, в общем-то, решением своего внешнего вида. То есть пиетет и доброе отношение к вам – вам гарантированы. Все, надо продолжать работать, больше не могу. Ко мне уже пришли. Всем всего доброго.